Вопрос. Кто такой архитектор программного обеспечения? Чем он занимается? Ответ. Я отвечу словами разработчика, который известен во всем мире. Зовут его Роберт Мартин. Он автор книги «Чистая архитектура». Я прям процитирую. Прежде всего, архитектор программного обеспечения – это программист, он продолжает оставаться таковым. Не верьте, если кто-то вам скажет, что архитектор не занимается программированием, решает проблему более высокого уровня. Это не так. Архитекторы – это лучшие программисты, и они продолжают заниматься программированием, но при этом направляют других членов команды в сторону дизайна, максимизирующего продуктивность. Архитекторы могут писать не так много кода, как другие программисты, но они продолжают программировать. Они делают это, потому что не смогут справиться со своей работой, если не будут испытывать проблем, которые они сами создают для других программистов. Я с этими словами полностью согласен.